Итак, последний матч сегодняшнего вечера. Думай глобально, делай локально. Или что-то было написано. Глава 1 «Тотальная война». Ни хрена не видно, что написано субтитрами. Действуй локально, то есть было написано. Естественно, я буду жечь, просто нереально. С нами пивасика, то есть мы сразу обречены на успех. Если с нами пивасика, значит, мы победим в этой игре. Пивасика рулит. Пивасика. Не пейте пивасика, убивайте пивасика. Нет, как бы... Я думаю, что здесь половина из тех людей, кто... просто-таки положительно относится к пивасику, поэтому... Поэтому я буду стоять здесь и пытаться кого-то разглядеть. Да, еще в кого-то попал. Какой молодец. Смотрите-ка, пивасика кого-то убил, что ли? О, смотрите, того убили, в кого я попал. Значит, он был дебилом. Если я кого-то убиваю или... Я умер в грязной луже, я неудачник. А там, по-моему, их трое было. Один внизу, один вверху, еще один где-то там. Да, смотрите, их там было двое, по крайней мере, кто меня стрелял. Так что здесь все, в принципе, понятно. Зато я одного... Убил. Одного. Вау, это же слитоточивый газ. Что это, туплю-то так, а? Не надо, тут есть всякие противогазы, всякие масочки. Они помогают от газиков. Так, там Христос сражался, кто? Ребята, это не место для проказ. Так, свой. Над ними. Уэу. Где была граната? Что-то я не увидел. Ну ладно. Я не хотел этого делать, если честно. Я случайно нажал второй раз крестик. Да, ведь зачем вверх-то стрелять, идиот? Черт, там у него чуть-чуть здоровья оставалось. Упустил, засранца. Главное, чтобы они сбоку нигде не появились. Блин, да мне трупаки не достаются как-то. Мне не везет. Что-то сегодня. Так, мне нужен труп, чтобы его обшмонать. Фух, убежал. Надо похилиться. Я им еще кому-то помог в чем-то, ладно. Видимо, те две пули, которые выпустил, они кому-то в чем-то помогли. Те две пули из пистолета. Я так давно не видел трупов, что у меня поэтому патронов-то и нету. Ладно, побегу-ка я к дыру. Надеюсь, я пробежать смогу. Может быть, он меня приведет к трупикам? Или, по крайней мере, приведет меня к тому, что я сдохну? Это тоже будет, кстати, вполне замечательно, потому что я наконец-то смогу пострелять из автоматика. Отлично. Когда столько людей покидает карту, это видимо, значит, конечно, о хорошем качестве сервера. Соединение. Об отсутствии баг. Нет, смотрите, я не могу никого найти. По-моему, я один вообще здесь остался. Я всю карту обошел уже. Это что за улица Сезам только что была? Ну вот, мы 5 на 5 остались. Не знаю, что происходит. Я вообще хоть что-нибудь сделал? Да, стоп, кого-то убил даже. Кого, когда? Разбомбите цель. Ну, мы, по-моему, на этой карте уже играли, так что... Увы, люди, видимо, любят эту очень карту.
Где парниши? Все, убиты, что ли? Каким... Кто? Вы посмотрите, кем я был убит. Я был убит трупом. Посмотрите, кто меня... Или это я так... Это меня показывает. Окей. Идем защищать скорее. Ладно. Вместо того, чтобы обезвреживать бомбу, бежать, они стреляют, они сидят и стреляют врагов. Молодцы, парни. А, ну там уже обезвредили, окей. Блин. Минус два. Как я отлично-то отжег, а. Но я успел включить птицу. Так что всем должны дать это побольше здоровья, и они должны полегче. Им должно быть. Надеюсь, что импульс не заканчивается, когда вся команда... Когда подыхает тот, кто... Кто там был? Подыхает тот, кто... Да господи, затрахали уже, ё-моё! Да дайте мне туда вбежать, а! Грёбаные птицы еще отвлекают. Мне вот реально, что за птицы такие? Влетают. Капец, такие крики охерительные. Вы наверное, это сейчас слышите. Я корявый. А, у него здоровья-то нет почти. Взорвали. Я тут всех отвлекал пока. Молодцы, ребята. Зато я сколько там фрагов забрал. Смотрите, я еще и на третьем месте, но это обозначает то, что команды отстой. Если я человек, играющий только, можно сказать, во вторую полную игру этого режима, я еще и... Что, зависло, что ли, нет? Сирано might like to appear the brainless psychopath, but the guy is no fool. This was planned to the letter. The CS knew where the key turf was. It was up the trope. А что там заставки? Кто бы играет больше всего Виндет? Нет, я не буду ставить. Не дайте захватить, ладно, я пойду вот на ближайшую. А, только где она? Нас кто-то свой, что ли, убил? Нет, смотрите, он трипл килл сделал. Надеюсь, я тоже кого-нибудь убил там, нет? Минус один. В голову еще попал, отлично. У меня еще такой же баг был, когда я не мог стрелять, но хорошо, что он возник вовремя. Хорошо, я здесь буду сидеть. Здесь очень хорошо, кстати, обороняться, смотрите. Если они сзади не зайдут, то они, видимо, тупые, не зайдут сзади. Нам будет намного проще защищаться здесь. Меня не хотела граната бросаться, почему? По каким-то причинам. Если гранат прилетит, то нам звездец, грубо говоря. Выкурил тебя, да? They seem to be getting tougher rather than weaker. Черт! Ну кто там? Почему никого нету на этой точке? Вы посмотрите, где все наши команды? Я единственный, кто ее оборонял, что ли? Это посмотрите вы, где все эти дебилы ходят. О, господи, я играю в команде с дебилами. Надо питать точку. Точку не... Мне не надо оборонять, нет. Они же могут сзади обойти. Смотрите, тут еще слезоточивый газ спустили.
Я его тоже убил. Ну кто-нибудь, почему... Где вся команда? Почему никто не обороняет точку? Ну, ребята, я не могу все один делать за вас. Отлично. Дебил, набежал на пивасика. А где точка, которую мы должны брать? А, вот она. Я рядом с ней был, окей. Ладно, буду последний, видимо, фронт обороны. Последний фронтом. Фантомас. Где-то он здесь бежал. Успел гранату кинуть. Должна убить. Ребята, ну, блин, где вы все? Ребятушки! Я смотрю, здесь сколько там убил. Двоих или троих. Давай еще разок. Во-во-во-во. Включил важную птицу. Падре должен быть с увеличенным здоровьем, как и те, кто-то слева. Надеюсь, на нем нету бомбы. Вон их там дофигища, дофигища. Офигеть. Вау, вау. Что происходит? Я задолбался уже импульсы включать. Пивасика, жги давай. Пивасика, молодец. Жжем, жжем, парни, жжем. Давайте, давайте, давайте. Наконец-то все задроты ушли, можно нормально поиграть. Я счастлив, когда нет задротов, вы бы знали, как я счастлив. Как хорошо играть с нормальными людьми, которые... Они решили сменить тактику? Окей. Дебилы, вам нигде не пройти. Мы круты. Почему-то, блин, автоприцель мне в яйца ему пришлось. Я хотел пытаться очень сильно поднять вверх прицел, но он не поднимался. Он прицелился в яйца ему. Точка! Мало того, что важная птица дает больше здоровья, она еще и лечит автоматически. Там где-то враг стоял. Пошел-ка ты нахер. Ау. Ну все, они не успели. Да, посмотрите, как мы жестко оборонялись-то, а? Парни сообразили только к четвертой точке то, что нужно сжечь. Сжечь при помощи обороны. Сахана went wild, attacking over and over again. Most of the other favelas had fallen easily. Failure wasn't an option. Видимо, тут команды, которые... Видимо, тут задачи, они... Видимо, тут задачи в зависимости от того, как прошел прошлый раунд, меняются. То бишь, если проиграли в прошлом раунде, то в следующем надо атаковать или наоборот, защищаться. Я точку один буду оборонять. Потому что они, дебилы, идут на точку 1. Видимо, то, что, видимо, они считают, что первое, то и надо захватывать. Я в него столько раз попал, но хотя нет. Все-таки разброс идет от калаша, так что все окей. Офигеть, я уже ничего не понимаю. Ребятки и нас обошли слева. Все-таки кто-то умный у них появился. Тристос. Нет! Нет! Нет, fuck you!
Наверное, там никого, да? Вот вот здесь, отсюда слева обошел. Все-таки надо и лево держать. Пытаться, по крайней мере. Блин, они все зашли. Надеюсь, у кого-нибудь гранат прилетел, в тот, кто меня убил, да? Надеюсь, очень надеюсь. Камон. Камон, ребятушки. Они даже первую точку взять не могут. Ну что это было? Кто меня стрелял? Даже непонятно. По-моему, там он с глушителем был. Ребята, вам точку надо захватывать. Вы в курсе? Таких делов. Так, где тут нубанатор? Так, опять. Как мне не нравится, когда прицел с другой стороны появляется все время, чем стой, как я хочу. Дебилы, зачем вы включили замедление времени? Сдохни, чувак! Хочу включить, хочу важную птицу третьего уровня. Что это было сейчас? Что это было? А у меня, наверное, еще и патроны кончились не вовремя, да? Да, видимо, граната еще прилетела, каким-то образом меня убила. Ну, возродите меня, ну! Вы посмотрите на это, не хотят... Охерительно просто. Спасибо вам на этом. Так, а давайте их попробуем обойти. Да, все, я начал приноравляться к баллистической системе. Нет, этот раунд мы тоже взяли. Но это самый сложный режим, потому что все броняют одну точку. Ну, правда, они дебилы, пытаются убивать людей. Что значит 40-24? Ограниченное число... вот оно что. Окей, давайте сжечь. Нам надо на 16 больше убить, чем они могут. Уже что-то другое. Надо только бегать вместе со своими, не разделяться, главное. Вон там кто-то был. Воу. Ну, это я, конечно, отжег. Где он был? Я так и не понял. Ладно, забьем. Один фраг я, конечно, убил у нашей команды. Увел. Ну вот я его и отыграл. Нет, все, здесь у меня просто патроны закончились. Так что это я зря сделал. Я выбежал просто на четырех. Я увидел одного, потом увидел второго, потом увидел третьего. Я не мог решиться, в кого же мне стрелять. Ну что это? Смотрите, сверху вообще. Я ему объявлю вендетту сейчас. Говнюку.
Что это значит, фиг его знает. Так, это, видимо, свой выпрыгнул из-за угла, поэтому включил замедление времени. Где-то тут свой был, где-то вот враг. Вы посмотрите, сейчас перемотайте назад, посмотрите, у меня прицел был точно в голову, что я в голову прицеливался ей, и он меня начал стрелять позже еще, и каким-то образом он меня убил. Ага, ща. Ага. Пинг великолепный. Великолепный пинг, отличное соединение, но мы их рвем просто. Надеюсь, я попал, нет? Нет, я всего лишь помог. У команды Сомбра закончились... Ага, вот они все остались. Минус один у них. Отлично. Потихонечку всех вынесем. Да что за скотинизм-то, а? Ё-моё, прицеливаться не в того, кого я хочу. Надо все-таки, наверное, свободный прицел для этого использовать. Что вот это значит? Минус один. Зря ты включил замедление времени, чувак. Я еще кого-то успел убить, ни хрена себе. Да блин, я опять застрял в косяке. Да это что так, вы видели сами? Я снова застрял в косяке. Ну, в общем, неплохо, неплохой матч. Все чисто. Что значит все чисто? Видимо, я закончил в тройке, да? За это? Да, неважно. Пивасика у нас в топе. Убил больше всех Hard Edge 206. Меня, конечно же, нету, да? Окей, ладно, неважно. Сейчас посмотрим статистику. Че, кого... Зажег, не зажег. С третьего места убрали, не убрали. Хотя, может быть, я просто все уличные войны опробовал, может быть, за это. А, не важно, за что трофей, какая разница. Мы же с вами играем ради игры, а не ради трофеев, так ведь? Перекати поле. 17-25 кувырков. На третьем месте. 23-22. Я все-таки больше убил, чем сдох. Какой я молодец. Сколько всего-то, а? Сколько всего-то, а? Но самый зачетный был раунд с обороной, это была просто жесть. Из меня лучше... Смотрите, вашу... Куда я... Я наконец-то... Нет, все-таки левое бедро немножко пострадает у тех людей, которых я убиваю. Все-таки немножко... Уже немножко косит, но все равно в яйца тянет меня стрелять. Ну и давайте на этом все сегодня. На следующем дубле мы с вами снова тоже что-нибудь посмотрим. Может быть, еще и другие режимы посмотрим. А на этом, я думаю... Все, со вторым дублем. Увидимся с вами в третьем.